Для того, чтобы настроить точную дату и время, входим в менюшку из 9 точек основную, ищем кнопку «Настройки». Далее протягиваем немножечко вниз. И здесь у нас будет дата и время. Здесь мы выбираем, ну, дата и время сети я не использую, я устанавливаю вручную. И здесь вручную вы можете установить дату, часовой пояс, время, формат 24-часовой, либо 12-часовой. Все очень просто.